95% выпускников гимназий и лицеев считают себя не готовыми к экзаменам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным советом молодежи Молдовы. Школьники не уверены в своих знаниях из-за дистанционного обучения. По данным исследования, 12% респондентов пропускали занятия в первом полугодии из-за того, что у них не было наушников или микрофонов, а еще 27% потому, что у них не было гаджета с выходом в интернет. Во втором полугодии эти показатели снизились до 2% и 11% соответственно. В итоге же 7 из 10 12-классников выступают за отмену экзаменов на степень бакалавра и хотят, чтобы оценки им выставляли исходя из средних баллов за лицейские классы, как это было в прошлом учебном году. Среди лицеистов доля желающих обойтись без тестов еще выше – 9 из 10. Результаты опроса направили Министерству образования, но там их пока не изучили. Госсекретарь ведомства Наталья Грыу при этом заверила, что власти учтут условия, в которых прошел учебный год, когда будут составлять экзаменационные задания. Любой инструмент по оцениванию или проверке должен быть очень тщательно сформулирован. Есть дети, которые со всей ответственностью говорят, что они готовы к экзаменам и не согласны на то, чтобы их лишили шанса. Бакалавр не является обязательным. Это выбор ребенка, который пошел по академическому пути. Мерс пе ун паркурс академикел.